Итак, начинаем представлять участников. Рисовая аудитория. До 50 тараканов. Тараканов Александр. Это кстати. Гробовский Никита. Любишь? Русаков Евгений. Нагинский. Леднев Владислав. Воробьев Дмитрий, Коломна. Леонтьев Ярослав, Коломна. Коробкин Дмитрий, Нагинский. Елохин Николай, Клин. Зантов Руслан, Нагинский. Писарев Александр, город Луна. Корнеев Иван, Сергей Васан. Лаев Дмитрий, Любинск. Участники весовой категории 50-50 кг представлены. Весовая категория до 56 кг. Кислицын Константин, Сергей Васан. Петросан Алексей, Дубна. Щербаков Илья, Старый Дубак. Журавлев Денис, Аризуев. Кулеев Артур, Клин. Родионов Петр, Ступин. Сон Тихон, Колонна. Щербаков Антон Битнер. Мишуров Александр Битнер. Горбунов Егор Петрогорск. Кишанов Ихтияр Сергей Васильевич. Назаров Илья Любинцев. Евранов Ильяс Колонна. Участники представлены. Первый вопрос выполнен Егор Николаев, спортсмен.
Девушка Николая вызывается на поклон для выполнения второго подходного подхода на вес. Thank you.
Идем готовиться.
Thank you.
Весь засчитан. Килограмм.
вес защита, ассистент установлен на штангу 40 кг. Есть защита.
Михаил Никита. Второй зачетный подход, вес 40 кг. Готовится на этот вес Исаев Александр. Thank you.
Геззащита. Родионовка. Второй подход. Корнеев Иван готовится.
Вес рассчитан. Иван закончил его результат 42 килограмма. Ассистент установил на штангу 43 килограмма.
вес не засчитан Щербакову. Еще из Диагодовица.
Thank you.
Первый подход. Спортсмен представляет город Кролову. Готовится за пропуск.
Антон Неудачник Дениса. Жару Дениса называется на помост для выполнения третьего зачетного подхода на вес 61 кг. Рывок с 60 кг. Установили на штангу 67 кг.
Спасибо.